I start thinking again about our time together. Да, это я. Привет. У меня нет Мака 31. Как раз перед той обновой, когда он вышел, я свой телефон разбил и все, перестал играть. И только недавно вернулся в игру снова. Меня просто не было в игре, когда разыгрывали 31 Мак. Димка, ты меня сейчас отвлек, братан. Привет, Даня. Конечно, понял. Что ж тут непонятного? Так, ну я хоть третьего догоню.
Дань, привет. Я на Вулкане. Макс Про, если есть, заходи. Так, начинается. Не надо ничего засирать. Зашибись, минус 9. Здорово, Женя. Я вчера пытался гонять с ULTM, вот этой вашей командой. Чувак из вашей команды стримил, но как-то один раз только я попался, у него там с интернетом какие-то проблемы были. Я как-то играю. Мне норм. Будете смеяться, но для меня непривычно с обычной камерой. А сам ты рак. О, да, рак, согласен. Привет, Алишер. I can fly.
I can fly. Прикольный трек. О да, еще тот. Да ёб, Димка, ты задолбал меня отвлекать. Да не, Димка просто троллит. Это ж Димка. Как Димка пишет, сразу какой-то трындец на трассе начинается у меня. Но все равно первый. Это да. Просто отвлекаюсь, пытаюсь прочитать. Так почему всегда два круга? Вот не прикольно, ребят. Опа-на. Первый нокдаун на стриме. А где мой братишка Франческо, который хотел меня нокдаунить сегодня? Франческо, are you here? I won't knock down me. Кто-то пытался на финише потроллить Малёха, но не получилось это у него. Не-не, Даня, это вулканострим от начала до конца.
Окей. Привет, Wonder. Ну, кому как. Мне, например, очень зашел. Хотя я гоняю на нем только недели три, наверное. Опа. Все. Лучше минус 2, чем минус 20. Привет, бобор. Опа-на, а в Мюнхене поезда синими стали? Я их как-то и не заметил. Ник сейчас покажу на следующей гонке. Ник Виевский, Олег Беляков. Hello, hello. Мне удобно. Мне неудобно с обычной камерой играть, с которой для вас удобно. Вот, собственно, мой ник. Виевский Олег Беляков, собственно.
У меня не 4X, у меня 4 глобальная версия. Я специально взял себе топовую версию на 4 гигабайта оперативной памяти с запасом. Ну, это хороший выбор, на самом деле. Один из лучших вариантов по соотношению цена-качество, как по мне. Бери, не пожалеешь. Ну вот два круга, но это вообще не прикольно, вот одному ехать. Зачем два круга вы выбираете, ребят? Давайте по одному. Это ж скучно. Ну, мой тянет на высоких спокойно, 30 FPS стабильно. Для асфальта лучший девайс это все-таки iPhone X, как ни крути. О, здесь Мурат был. Привет, Мурат. Ну, твой ноут 2 секунды не везет на 1 минуте гонки по сравнению с iPhone X. Это что, типа, тонкий троллинг? Не-не-не. У меня руки ровные. Ну, имхо. Хотя сейчас увидим в Венеции как раз. А-за-за-за-за-за-за. Юрка, привет. Так, иди отсюда. Что вам надо? Да что ты толкаешься там?
Блядь, тут кто-то... Ай! Ух! Чуть не вмазался в этого тролляку. А ну циц. Я не нуб, тут просто дорога кривая. Ну, Димка, кстати, как дети мало, это про кого, как бы ты думал? Пиписка, какая пиписка, ёпта. Я тащер. Да не надо к Димке серьезно относиться, это ж тролляка тот еще. О, умор. Дима, парируй. Это очень сильное заявление. Я просто одно устройство использую, поэтому я не могу. Так, ну они сейчас выберут Монако два круга. Нахер оно мне надо? Сами едьте. Своё Монако. Димка, как правильно, Монако или Монака? Скажи мне. А то я забыл. Походу та же комната. Ой, да нахуй надо. Монако, да, Монако, точно. Монако Такихари, ёпта. Японское аниме какое-то. Hello, Сонсео. Мне как-то похер, я Мюнхен выбираю. Готрешак.
Да ёпта, вроде один круг был, снова два. Здорово, но я не рачина. Ну вот два круга, ну не прикольно мне. Куда-то понесло влево или вправо, не понял. Сагарис, он у меня Макс Про, но если его правильно качать, то может быть. Я когда на Кобре гонял еще до того, как из игры ушел в марте, меня вечно к этим Сагарисам кидал, на ебаный рот. Блядь. Все. Приплыли. Вроде Димка ничего не писал, а все равно разбился. Как так-то? Ай, нахер. Никто не пропускает. Сегодня мне даже Димка настроение не испортит. Оно у меня просто офигенное. Потому что Дашка вступила в мою команду Виески. Это просто кайф. Как я рад.
Да ё-моё ты, сука. Димка, блядь. Пиздец. Блять, снежинки эти, конечно, капец. Нахер они нужны? Сука, мешают. Заебись просто. Hello, fam. Алишер, ты просто серьезно не относись. Это так он. Это ж Димка, блин. Димка есть Димка, он не изменится. Вы еще не знаете, что он там в чатах насчет меня пишет, это вообще пиздец. Но мне как-то похер. Потому что я знаю, кто мне нужен. Так, ну я хоть часто победю. Димка, не пиши нифига. Блять, написал что-то. Да ебать копать, что такое? Пиздец, такой гонкой еще и победил. Вот это да. Кредитиков насыпало, а то у меня их так мало вообще. Спасибо. Hello, alone.
Раканю, раканю, стараюсь как могу. Но все равно первым приезжаю. Как, например, прошлый гон. Вот, блядь, эти снежинки. Сейчас же кубок идет. Ух ты, блядь. Да как так-то, а? Да уже зараканил, Димка. О, блядь, что такое? Кто свет выключил? Пиздец. Видали, свет? Свет не горит в тоннеле. What the fuck? Японцы что, за электричество не платят? Почему в тоннеле света не было? О, охуенно. Можно селфи ебашить. Где я вообще? Это что это, блядь, такое за место? Короче. Привет, партизан. Hello, Дюклюен. Не знаю. Это ты, наверное, у партизана спрашиваешь, или кого? Ебать, тут месиво, блядь. Да-да, это команда VSKY, расшифровывается как вьетнамское небо. Клан, который создал всем известный Нгуэнка. Водка, водка, I want водка.
Горилка, ёпта. Ну, сука, сейчас все нитро заберут, и как я буду ехать? Заебись. Гонки без нитро, это вообще нахуя надо? Блять, поеду я так, то собьют нахер просто. Блять, не взял. Опа, даже второй. Нормуль. Цветной читак. Привет, Соломон. Да, можно вопрос. Слушаю. Только вопрос не насчет Димки, я надеюсь. Чемпионы на Сагарисе, думаю, можно. Если он правильно прокачан. Ребята, а кто будет проходить кубок на петуха? Завтра кубок на петуха начинается сетевой. Это просто пиздец будет, я чувствую. Да похуй. Понятно, но я в топ-2000 буду заходить по-любому. Но правда у меня вообще ни одного чертежа нет. Блять, только не Монако, ёбаный рот. О нет, не хочу. Вот Сан-Диего. Ну, 2000 зайдешь и останется 3 чертежа. Прокачку, я думаю, тебе скажут в группе. Там, по-моему, прокачка под ранг 1100 для него есть хорошая. Для петушка. Поверь, на экшн-камере было бы еще хуже, это точно.
Хрен с ними, с этими мотоциклами, я их вообще не гоняю. Так, это последняя гонка будет на сегодня. Последний билет, последняя гонка. Сразу благодарю всех, кто был на стриме, и хочется еще раз подчеркнуть то, что Дашка, которую, может, вы знаете, как Дарью Мик, сегодня вступила в клан Виески. Это вообще для меня новость дня. Будем с ней теперь тащить в одной команде. Что ж, ребят, последняя гонка, и все. Пока. Хочу. Нет, какая-то дичь, короче, ладно, хрен с ней. Всем спасибо, кто поучаствовал. Надеюсь, такие необычные стримы вам по душе, с такой необычной камерой. Для меня она обычная. Все, всем пока, удачи, до скорых встреч.